Продолжается путешествие по Хакасии. Миссионерская поездка по хакасским селам. Служение хакасскому народу. Очень красивая страна. Земля очень. И тайга, и горы, и поля. Красивое небо очень. Слава Богу. Да, вот там гроза где-то идет уже. Там вот сейчас молния блеснула. Не успел снять ее. Да. А там видны снежные вершины. Да, дорогие братья и сестры, всех приветствую, благословляю из Хакасии. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас и молитесь за Хакасию, за пробуждение в этой удивительной стране, в этой республике. И пусть Господь, Он благословит всех хакасов и всех проживающих в этой республике. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот уже и гроза гремит. Сейчас у нас будет молитва, завершающая молитва, и будем разъезжаться. Я еду в Аскиз, ну еще вот, вот этот город, забыл как называется, Тахтамыш как-то. Вот там будет у нас сейчас тоже общение. И потом в Аскиз. И завтра утром уже, даст Бог, уже в Абакан. Пусть Бог благословит. Все, до встречи и на земле, и на небесах. Сейчас, наверное, присоединитесь к нашим молитвам. Собралась команда вся. Да, слава Богу. Вот у пастора Остапа здесь, миссионера, на машине даже написано: Иисус Христос любит вас. Слава Богу. Ну не зря вас Бог там дал. И сейчас встречу дал Бог. Я вот запомню. Вот. Я же пою. Ну что? Да, слава Богу. Давайте поблагодарим Господа. Да, и я сейчас короткое слово сказал тоже, значит, записал вот как раз для Киева. Передайте привет тоже Киеву и всем братьям, сестрам. Вот видите, вас приветствуют. Молитесь за Хакасию, за пробуждение духовное. Молиться будем за Киев. Аминь. Да, слава Богу. Привет от Церкви Божьей Благодати. Да, аминь. Приглашаем гости в солнечную Хакасию. Солнечную Хакасию. Да. Приглашаем. И из Германии привет. Из Германии привет, хотя я живу в Таштыпе. Таштыпские немцы есть тоже. Да, слава Богу. Бабушке тоже привет. Да, слава Богу. Хакасские немцы, скажите, тоже.